Мы находимся на монтажно-сборочном участке компании «Волгоградский завод весоизмерительной техники». Здесь представлена наша новая линейка по обработке и фасовке овощей. Мы ее только запускаем. В нашей линии есть дозатор по фасовке, оборудование по мойке, сухой чистке, калибровке овощей, лук, свекла, морковь, картофель. Это прям новая разработка. В этом году мы уже создали несколько единиц такого оборудования. Вот представлен дозатор и приемный бункер. Поскольку мы занимаемся весовой техникой, то здесь также используются те же самые элементы, да, весовые датчики. Металлоконструкция полностью нашей разработки. Элементы электроники, естественно, покупаем, но сам алгоритм, само программное обеспечение тоже разработано нашими силами. Что-то разрабатываем, что-то смотрим, как сделано у других. Опять же, общаемся с потенциальными покупателями, которые говорят, что да, есть такое, но нам не устраивает то-то, то-то, то-то. Мы, соответственно, вносим некие корректировки. Плюс, поскольку у нас завод, и мы можем непосредственно подойти к задачам заказчика более плотно, да, и сделать именно то, что он хочет. Дозатор для клапанных мешков. У нас есть некая экспериментальная бригада, которая запускает эти новые изделия. Вот тут вот на этом примере вот четко видно. Конструкция не окрашена, но уже видны элементы испытания. Мы ее здесь собрали, да, начали испытывать, увидели какие-то замечания во время испытаний, она обратно поедет на доработку. Потом, возможно, она опять вернется, мы еще раз проведем испытание, только после этого она будет полностью разобрана, окрашена и уже будет завершена финальная сборка. Это весовой ральганг, полностью наша разработка. Для фиксации веса. Тут занимается макулатурой, в том числе палец становится, проезжает через наш ральганг и фиксирует массу. Вот еще один весовой конвейер, тоже полностью наша разработка. Шкаф вот электрический, можно тоже на него посмотреть, тоже мы сами собираем. Ну, в общем, идет сборка. Вот здесь вот в каком состоянии приезжает после покраски изделия. Вот она в разборном виде, видите, вот рама отдельно, бункер отдельно, куча разных маленьких элементов, все вот, вот в таком состоянии. И уже в дальнейшем на этом участке происходит полностью сборка. Тут смотрите, у нас как бы тут идет разделение, затем забором склад, а здесь уже непосредственно сам вот монтажный участок. Вот эти платформы, вот обратите внимание, как вот стало. Помните то, что мы видели? Да, да, то есть это получается герметик. Да. Мы отрабатываем технологию. Это вот склад у нас как раз всевозможные вот элементы, которые нам необходимы, да, вот вон там электромоторы, тензодатчики, метизы и так далее. Это значит, когда монтажник приходит собирать конструкцию, которая к нему придет, да, он уже берет готовую, то есть кладовщик ему подготовил все элементы, которые требуются для сборки вот этого конструктива. Болтики, гаечки, контроллеры, конвейерная лента, электромоторы. Он просто берет уже готовый заказ, подкатывает к своему рабочему месту и начинает сборку. Мы находимся на участке сборки модульных зданий. Опять вот та же самая рама, которую мы видели. Вот стеновые панели, которые мы сами собираем. А как выглядит вообще конструкция модульного здания по элементам? Металлический каркас утепленный, пол, верх и стойки. То есть как получилось, какая история. Вот мы собрали, вот там вот, два этажа, да? Или, по-моему, даже один у нас этаж был. Потом решили поставить второй, то есть, соответственно, добавили модуль с лестничным пролетом, да? А потом решили еще увеличить площадь и еще добавили здесь модуль. И получилось вот такое вот офисное помещение. Данная металлоконструкция отличается более высокими прочностными характеристиками. Наши модули отличаются тем, что они выдерживают до 3 этажей. Если у конкурентов максимум 2, то у нас могут спокойно выдерживать в 3 этажа. А наши модули являются мобильными. На месте установки устанавливается легкий фундамент. На нем происходит монтаж здания. При отсутствии необходимости дальнейшего этого здания оно разбирается и перевозится в другое место. Данная конструкция наша позволяет делать любой фасад. Мы можем делать маленькие форточки, средние окна и окна в пол. Это позволяет нам создавать как офисные здания, так и объекты жилого назначения, будь то как дача, дома отдыхов, различные турбазы. Здесь все ограничивается лишь только фантазией клиента, что он захочет сделать. Пример теплоузла. Достаточно такая неказистая отделка для внутреннего помещения. То есть находится это здание внутри цеха, который у нас и обогревается, и защищает от влаги. Стоит система смягчения воды.
регулировка давления в системе и оповещение в случае каких-то аварий. А сейчас мы находимся с вами в офисном здании, и мы даем гарантию на наш модуль 12 месяцев, но здание, где вы сейчас находитесь, стоит больше 7 лет. Данный офисный блок состоит из 40 модулей стандартных МД-6. Вы видите длинные коридоры, и этажность этого здания 2 этажа. Сейчас мы с вами поднимемся на второй этаж, в частности, по модулю, который себе представляет лестничный марш. Наше здание отличается тем, что не требует разрешения на строительство, как здания стационарные. Но при этом они получают отделку как раз-таки стационарного здания. Вы видите, здесь нет швов на полу. Здесь достаточно качественная и хорошая отделка внешних стен, потолка. На нашем предприятии существует дочернее направление, называется ВИИТГАЗ. Оно занимается разработкой газовых пеллетных котельных. Здесь вы видите емкость с водой и котел пеллетный. Здесь хранятся пеллеты. Место для хранения пеллет оборудовано люком для вертикальной удобной загрузки. Это давно была разработка, австрийская или американская была авиастанция, как бы основа. Посмотрели, потом мы поехали уже к нашим клиентам, посмотрели, как у них это работает все. Сделали какие-то выводы и, доработав здесь, то, что нам нужно, не нужно. Все-таки у нас весовое предприятие, у нас было первым, это надо установить весы. У них было без весов. Да, то есть здесь просто чистый настил идет, как бы они не взвешивают. Ну и дальше мы уже там применяли свои элементы. Ролики были у них снизу, и видно это все было, что это все находится в грязи. Это чистить, это мыть, оно ржавеет. Мы их сразу перенесли выше. Рычаги были заменены, съемные сейчас сделаны рычаги, да, они снимались, чтобы это не весь узел менять, а можно было отдельными частями как-то это все поменять. По этой ветстанции, например, что можно здесь доработать? Вот мы хотим выйти ближе к европейцам, опять же, есть же много таких станций, моделей вообще в мире, особенно это очень развито в Соединенных Штатах, там такой рынок, вот именно таких вот конструкций, он просто там огромен, и там все вот эти станции обклеены наклейками, логотипы там, элементы интересные, за день тут не стойте это сделать, так, какая-то мини-инструкция, можно нанести там нам какой-то некий QR-код, да, человек получает ссылку там на YouTube, где идет там, допустим, инструкция, как ее использовать, да, свою рекламу здесь можно разместить, вот за счет вот этих вот просто наклеек, она смотрится совсем по-другому. Очень сложно подобрать правильную наклейку, чтобы она держалась, чтобы она там выдерживала ультрафиолет, погодные условия, потому что наше оборудование, как правило, вот на открытом воздухе где-то находится, да, чтобы она могла вот эти моменты выдерживать. Ведется в этом направлении тоже работа. Это тоже станция для обработки копыт. Это больше, как, знаете, это такой вот музейный, я сказал бы, вариант. Это очень древний, да, там, я уж не помню, по годам я смотрел, такой 81-й год. Ну, интересно посмотреть, что было. В то время еще, в советское время, институты занимались этими вещами. Вот мы вышли на завод, причем такая интересная история. Позвонили на этот завод, где продавалась эта станция, и они уже как 30 лет вообще не занимаются этими вещами. Они подняли документацию для нас из архивов. То есть у нас есть, вот как она должна выглядеть, вот, когда в полной, скажем так, комплектации. Животное сюда заходит, вот ворота специально, поджимается с двух сторон, там вот задние копыта, и обрабатывается копыта, здесь забор крови происходит. Вот планируем ее воссоздать. Мы ее модернизируем, да, какие-то элементы уберем, что-то доработаем.